погибают царства. Не от того, что горят быт и тяжелы мытарства, а погибают от того, и тем больнее, чем дольше, что люди царства своего не уважают больше. Давайте будем уважать себя и уважать страну, в которой мы живем. Мы свободные люди! 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 Есть старое, проверенное историей правило. Никто не может заставить народ жить в рабстве. Никто не может заставить его жить на свободе. Это наш личный выбор, каждого из нас. Опора. Нет никакого народа. Без меня народ не полный, говорил Платон. Они тоже имеют право на свой голос. Но они имеют право на мозги, которым не воспользовались. Будем свободными. От подворотника! Даже с ними. Всех во всех!